начинаем очередную тренировку подготовки к чемпионату Молдовы, который пройдет через 18 недель. За столом сейчас Статов Иван, Амельяна Данил. В первой декаде января проведем чемпионат. Бездестрой. Чтобы частично подготовиться к чемпионату Молдовы. Фармрестлинг? Да. Я думал в феврале, но так как в феврале проведут Молдову. Правда, мне начинается сессия. В этом году еще 16 июля ко Дню Металлурга проведем в Рыбнице кубок. Кубок Рыбницы. Там рестлинг первый раз в Рыбницу поедем. Обычно говорю наугад, она получается всегда. Обычно да. Смотрели, как эти старички пароли? Вы знаете, это ворот. Ну, будет, когда больше 60 лет, тогда можем еще для спорта. Такое показание. Ой, хороший график. Хорошо, он туда захватывает. Thank you.
Первую часть закончилась.